Друзья, всем привет! Мы сегодня вдвоем с соседом Санькой. Что, попросил у меня здесь огородик такой, пару соток. Попросил, чтобы Санька своим дизельком приехал, фрезой фрезернул, потому как здесь росли эти веники. И такие корни, что ну, я своим как бы мало чего тут сделаю. А Санька такой безотказный. Значит что, мотоблок дизельный на 8 лошадок. Значит, мотоблоку уже 7 лет. С 2012 года проблема была только с радиатором, отпал радиатор и потек краник, да, и все. Бак отпал. Ну, бак отвалился. А так как бы замечаний вообще никаких. В общем, меньше слов, поехали. Мне кажется, равных ему при фрезеровке нет. Очень легко идет. Быстро. Качественно. Вообще, аппарат для фрезеровки супер. Мне кажется, он изначально с завода заточен только для фрезеровки.
Друзья, ну и Санька сказал, давай я тебе пройду еще второй раз, второй проход на второй передаче. То есть будет земля вообще как пух, и корни вот эти вот с этих веников вообще пух разобьет. Ну, оно видно. Вот второй раз проход, а вот первый раз на первой передаче. Это второй раз на второй передаче. Смотрите, земля. Тану. Я своим культиватором такую землю, ну, могу сделать, но это очень долго нужно. Вообще красотища.